Уважаемые зрители, с 7 по 17 октября в Нижнем Новгороде проходил финал первенства России зоны Поволжья среди команд 96 года рождения. Команда «Дюшор Сокол», тренеры Михаил Дмитриев и Алексей Потапов, одержав 4 победы, в том числе над «Самарскими крыльями», «Нижегородской Волгой», «Саранской Бордовией», заняла второе место. Весной наши футболисты сыграют стыковые матчи с командой «Иртыш-Омск». Победитель получит право участвовать в финальном турнире первенства России. Награждение проводит мастер спорта Советского Союза, легенда саратовского футбола Чернышков Виктор Михайлович. Больно вообще. Если его как бегать.